после свиданий пропадает. Почему мужчины после свидания пропадают? Я, честно, я смогу как отвечу, но это не обязательно, что это правда, ладно? Бывает так, что на первом свидании женщина начинает сразу проговорить про замужество, про детей и оценивать его как там, отца своего сына там, или своих детей, да? И нас это очень сильно пугает, мы вообще хотели просто переспать. Мы не думаем, да, там, ну, какая она жена будет, мама там, да. Это вот мы думаем, ну, вот, на ближайшие 15 минут нам дальше не надо пока. Вот то, что касается взаимоотношений, да, там, красивые ноги, я готов за ней идти там хоть там куда, да. А женщины, они сразу тебя оценивают, поэтому измены, вот, женские, мужские.